Никто не знает, чем закончится украинская история. Украина – это страна русских людей на 80%. Однако Украина оказалась под оккупацией врагов России, прежде всего американских, британских и польских спецслужб, которые руководят Украиной и пытаются сделать из Украины антироссию. Что из этого получится, никто не знает. Может быть, будет мировая война. Может быть, им удастся сделать из Украины антироссию. И будут там на многие десятилетия орды злобных орков, которые будут засылать сюда террористические группы к нам. А может быть, русское население Украины в конечном итоге восстанет и свергнет репрессивную хунту марионеточную, которую сейчас американцы навесили долготерпимому русскому народу Украины.